Приветствую вас на канале школы программирования iSchool. И очередной вопрос у нас от одного из проходящих наши курсы на Udemy на платформе. Вот зовут его Мурат. И он задает, значит, первый вопрос спрашивал следующий. Как сделать преобразование типов, когда мы используем тип Any? А в частности, как узнать, принадлежит ли данная переменная к тому или иному типу. Да? Вот я тут короткий пример разложил. Сейчас я не буду его в плейграунде запустить, достаточно все понятно. На паузу можете поставить, себе его набрать. Да? То есть у нас есть массив, мы этот массив проходим и находим там строковые переменные. Если переменная строковая, то мы выводим, соответственно, в консоль, что элемент такой-то с таким-то индексом это строка. И так можно по любому типу данных, собственно, пройтись. Далее в этом же уроке по свифту было задание сделать такой словарь, элементами которого, а, ключами которого будет э, переменные типа string или int, а э, элементами которого будут э, массивы. Да, вот я привожу такой пример. Он все равно не совсем понятен, э, ну, то есть, если вы новичок, вам этот пример может быть непонятен по одной простой причине, потому что, ну, здесь нет какого-то практического смысла, да, то есть, ну, вроде ключ, да, вроде словарь, и чё, вот. Поэтому, естественно, Мурат задает мне уточняющий вопрос. Вот правильно или я вас понял. Ситуация, хочу сказать, ну не часто встречающаяся. Да? То есть я вот не вспомню, например, где я использовал в каких-то практических своих задачах вот именно такую конструкцию, именно такой словарь, чтобы здесь именно был стринг, а здесь именно массив. Вот. Поэтому я постарался сейчас ну, ее придумать. А, кстати, да, еще Мурат спрашивает про тип n, не дошел до полного понимания. Да, вот я тут набросал, что переменная с типом переменная с типом n вы можете присвоить любое значение. Ну это вот самое простое и самое базовое вот понимание этого типа и пока на этом остановитесь, да, там не надо копать глубже, просто вот. Примите это как данность, да, и, и живите с этим. Когда дойдете до практического примера, там уже поймете более глубоко. Ну, то есть, и вот пример, естественно, да, у нас есть строковая переменная Hello Playground, точнее, не строковая, а переменная STR. По умолчанию она у нас, если мы никакой тип данных не указываем, он, компилятор по умолчанию присваивает ей тип данных string и видите тут же начинает ругаться я не он говорит я не могу присвоить тебе э, тип массив к переменной string не могу integer к переменной string присвоить и не могу тебе присвоить э, булевый тип к переменной string если же я говорю что ты у меня переменная типа any да то он абсолютно спокойно ее присваивает но Опять же, теперь я, если когда она у меня была строковая, эта переменная, я, соответственно, ну, я мог там какую-то конкатинацию строк делать, там, сравнение и так далее. С типа мэнни это не могу делать, да. Если бы она у меня была переменная str типа int, я бы мог сложение там делать, СТР, там прибавить не другой инт вычитание и так далее. Короче, арифметические операции. Здесь я не могу опять делать до да, этого. То есть мне опять нужно делать преобразование, определять тип этой СТР и только потом что-то с ней сделать. То же самое с булевым типом. То есть я там мог его, ее использовать. В if, например, ну вот сейчас тип any, я могу его использовать в if, но отработает он не так, как нужно. Вот, то есть я опять должен определить, булевая ли это перемена. Если булевая, то тогда я могу его, ее использовать в ветвлениях. Вот, это касаемо типа N. Теперь наш, э, наш словарь, элементами которого будет массив. Ну, давайте какой-нибудь практический пример. Ну, например, э, сделаем, во-первых, такой, определим такой словарь, как мы это уже делали, да, вот string и... N, да, только здесь двоеточие. Смотрите, R это у нас будет, например, рецепт. Рецепт какого-нибудь блюда. Что нам для него нужно? Для него нам нужно ингредиенты, да? Ингредиент. Вот так. Естественно, это словарь. Какие здесь они у нас могут быть? Соль. А... Так, сейчас, сейчас, сейчас. Соль. А перец. Здесь нужно поставить кавычку. Соль, перец, там, я не знаю, вода, мясо и так далее, и так далее, и так далее. Дальше. И нам нужны какие-то для этого кухонные принадлежности, для того, чтобы его приготовить. Да, не знаю, как назвать, назову став, например, какой-нибудь. Что нам нужно? Нам нужна плита. Нам нужна Нарезочная доска, доска и так далее. Тоже сами придумайте, да? То есть вот он практически пример такой э -э, с натяжкой, конечно, но все равно, я надеюсь, это приблизит вас к пониманию. То есть вот теперь мы у нашего словаря можем обратиться к Ingredients к элементу, который лежит по ключу Ingredients, и получим мы с вами, запускаем, соль, перец. То есть вот, вот этот массив, элементы этого массива. Соответственно, здесь мы можем уже, ну, либо присвоить какой-нибудь переменной, и потом уже работать, например, с этой переменной. Там, получить элемент по, по индексу 0. Это, соответственно, будет соль, да? <свят> а, да, не объявил, извиняюсь, <свят> не объявил переменную. И запускаем. А, ну да, соответственно, мы получили здесь опциональный тип. Да, все верно. Ой, если вы новичок, это сейчас усложнит еще задачу, ну ничего, я попытаюсь объяснить. Значит, мы получили здесь с вами опциональный тип, то есть когда мы обращаемся по ключу, вот поэтому ключа такого может не быть, например, Ingredients 1, соответственно, здесь в переменной A у нас будет new. Вот. Компилятор все это предусматривает, и если мы не, явно не присваиваем какой-то тип данной переменной, то он ее нам по умолчанию делает опциональной. И два варианта, да, либо мы говорим, что это опциональная штука вот тут, и тогда, да, вот видите, мы тут самый нилый получили. Если мы просто по ингредиентам обращаем, то э, получаем соль, перец. А, либо мы, если мы 100% уверены, что такой ключ есть, да, то тогда мы ее прям принудительно разворачиваем сразу. Ну, предпочтительный, конечно, вот такой вариант. Вот, то есть вот эти вот, э, везде, где, я уже говорил об этом в уроках, да, везде, где есть восклицательный знак, это для вас должно быть внимание, Это крайне не рекомендуется использовать, вот, то есть, потому что конструкция небезопасна, не э, может, мо, то есть, если там попадается НИЛ вдруг, давайте, кстати, и поломаем сейчас, э, вот такая, вот таким макаром, если все это дело происходит, то вот здесь мы получаем, да, вот она, ошибку рантайма, видите, то есть в этот момент у нас приложение вылетает. Пользователи недовольны. В аналитике смотрим ошибки, да, в, это, в App Store Connect. Окей, okay, значит, еще раз. Словарь, ключ у него string, элемент это массив. В таком случае, кстати, если речь у нас все-таки идет, например, про рецепт, его проще сделать, конечно же... Вот таким образом. String Any. Все-таки э, так будет лучше, потому что э, где у нас тип Any, как я это показывал, выше, там мы, собственно говоря, можем этот массив и использовать. То есть, то есть наши ингредиенты мы также можем сложить в массив. да То есть здесь наши соль, перец, вода, мясо, курица и так далее. Далее, мы можем сделать элемент э, типа, точнее, ключ типа name и сказать, что это у нас, например, э, мясо по-французски. Ой, прошу прощения за свой русский, пусть будет просто мясо жареное мясо жареное и так далее, и так далее. То есть все вещи, которые нам к рецепту, то есть время, например, мы можем здесь выставить, да, какой-нибудь и, и, там пусть мы его измеряем в секундах там 10 минут мы его будем готовить и так далее понимаете да то есть вот такая конструкция она очень часто используется и естественно она предпочтительней задание же которое я давал она для того чтобы просто разобраться с тем, как работают словари, то есть более там, глубоко прийти к этому пониманию. Значит, и последнее, и последнее, значит, вопрос. Не дает мне покоя пример Created Apple, Apple 3, хотя он без явного типа идет, но это усложненный вариант или нормальный. Значит, Created Apple 3, вот в данном случае, это... Я не понимаю, зачем вообще вот здесь индекс использовать, что это за идея, потому что это просто целочисленное значение. То есть вот в данном случае мы получаем вот create 3, это словарь вот такого вида. Uh, я назову это так, create 3, не знаю почему. Это просто у нас string int. Все, который мы заполняем. Да? Random iPhone 1, array index of это мы получаем здесь просто один. То есть мы вот этот array apple-iphones вообще непонятно зачем использовать. Если бы мы здесь использовали не индекс, то есть а если бы мы здесь использовали, ну, квадратные скобки поставили и туда бы ввели там 0, 1, 2, 3, я бы еще принял. Но тип данных от этого все равно бы не поменялся. То есть это все равно у нас бы был string int. Это, это никак, короче, не, не повлияло бы на. То есть, это мы не создали бы вот такой э, пример. Это не string any бы был у нас. Это все равно string int. Вот. А индекс. Вообще не знаю, индекс, он, по-моему, ну... он возвращает у нас индекс, который идет за элементом с индексом 0. А это всегда один в словарь. В массивах, по крайней мере, да. Вот. Поэтому этот пример, он, ну, он вообще непонятен вообще мне, почему именно так. Может, ну, окей, какие-то комментарии, может, Мурат мне даст, сейчас посмотрит это видео, потому что вот сейчас это непонятно для чего вообще такой словарь. Так, окей, друзья, я надеюсь, я приблизил Мурата и всех остальных к пониманию того, что такое, да, что такое словари. Что ж, остались вопросы, задавайте их под этим видео и увидимся на курсах.